бассейне школы номер 23 прошло первенство города по плаванию среди занимающихся в группах начальной подготовки. За медали боролись 65 юных спортсменов 2003-2006 годов рождения. На заключительных соревнованиях этого сезона юные пловцы выступали на двух дистанциях. Обязательная для всех 100-метровка комплексным плаванием и 50 метров каждый плыл своим любимым стилем. Для самых маленьких участников, которые занимаются полгода, эти соревнования – своеобразный экзамен. Сумели сдать его на золотую медаль Елена Рыбина и Дмитрий Лоскутов, 50 метров на спине. Соня Чугунова и Александр Кузнецов, 50 брас. Екатерина Ильина и Денис Доможиров стали самыми быстрыми на 50-метровке вольным стилем. В баттерфляе не было равных Кириллу Тимофеевскому. Давно занимаешься плаванием? 5 лет где-то. Ну, с 2009 года хожу так. Первые твои соревнования? Нет. Не знаю, может, 5-6. Как на этих соревнованиях выступил сам, так как считаешь? Я думаю, лучше, чем в позатом или в том году. Намного. На 100-метровке комплексным плаванием еще одно золото завоевала Екатерина Ильина. Среди юношей первым стал Сева Бабиков.